Новости из Мурманска. Транспортное судно «Новый свет» доставило в Мурманский морской рыбный порт первые 4 тысячи тонн мойвы. К концу февраля было добыто более 14 тысяч тонн этой рыбы, что на 4 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего рыбопромышленным предприятиям Мурманской области предстоит освоить 41 тысячу тонн национальной квоты мойвы в Баренцевом море. Мурманчане смогут купить мойву на мобильной ярмарке по цене от 100 рублей за килограмм.